Всем привет, с вами Дум. Сегодня снова смотрим на Kinder Joy из серии Черепашки-ниндзя. Кто попался в предыдущем ролике, можете посмотреть по этой ссылке. Но сегодня у нас ждет новый персонаж, так сказать. Зажимаем. Видите, дальше все не двигается, значит тут опять должна попасться из серии черепах. Ну давайте проверим. Так, кто у нас там попадется? Так, уже вижу черепашка. Ну а именно кто это? В общем, опять попался мне Микеланджело. У меня он уже есть. Давайте посмотрим тогда на следующего, кто следующим попадется. Потому что повторочка как-то не очень. Так, смотрим. Так, открываем. Шоколад нас не интересует. Черепаху вытащим. И кто же у нас попадется тут? Так, опять черепаха. Но какого цвета? Пока не видно. Так. Ну, ваше предположение, я думаю, что это Леонардо. Ха! Опять! Как и в прошлый раз, попалось мне два Шреддера. Или в позапрошлый раз, не помню. Попалось опять две одинаковых черепахи, да что ж такое. Вот такая сегодня у нас распаковочка, опять две повторки. Ну вот, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр, всем пока!